Починаємо наш денний ефір на сьому телеканалі з вами Тетяна Миленко. Доброго дня! І сьогодні вирішили відволікти усіх наших глядачів, точніше глядачок, напевно, так від теми карантину і, взагалі, від усього страшного, що є в світі, поговорити про красу. Все ж таки, весна і літо вже на носі, і треба говорити про те, що вдягати, як виходити на вулицю і як тішити себе. І оточуючих, звісно, не просто так. У нас така картинка тут на фоні, це кит, але е, ні, ми не будемо говорити, що треба виглядати як кит після карантину, ні. Е, колір, так, який модний, який е, інститут кольору Пантон, запропонував одягати усім охочим. І тим людям, взагалі, які слідкують за трендами. А сьогодні з нашою гостею ми поговоримо, чи варто взагалі слідкувати за трендами, чи все ж таки варто слідкувати за собою і відчувати, що мені личить, а що ні, і як підібрати той чи інший колір, аби відчувати себе добре. Галина Темцонік у нас в гостях стилістка, дипломант двох конкурсів світу з класу бодіарт. Відволікаємо від карантину наша тема сьогодні. Так і модні кольори та модні тренди 2020 року, а року, зокрема весни та лі. Доброго дня, Галі. Здравствуйте. Знаєте, хочеться, звісно, запитати, які кольори в моді, але одразу ж я вже розумію, так, що є тут такий моркв'яний колір, так, і ми вже говорили про синій. Так, да, Якщо ми почнемо говорити о цветах, то найголовніше тенденція монохром. Монохром і чисті оцінки. Тобто, це може бути. И желтый, и оранжевый, и, конечно, синий это будет э, самый популярный оттенок. Э, главное э, направление это не смешиванные цвета. Да? -то. Это то, чего не было до сих пор. Это совсем, совсем новое направление в этом сезоне, когда мы можем использовать и в мейке, мы об этом сегодня еще поговорим, и в одежде цвета, не смешанные ни с чем то есть чистые оттенки. А что означает смешанные колоры? Я вот не разумею. Это какие-то Я функции? имею в виду, я имею виду, что, допустим, два-три оттенка, которые намешаны, да, угу. в моду вступают именно чистый, чистый синий, когда нет никакой э, примеси и использовать только синий, например, да. Если мы будем говорить о такой модной тенденции в мейке, то, например, использовать э, тени только градиент одного цвета, от яркого желтого, да, градиент. В, 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 прозрачный, как бы он уходит на нет. Но в нем нету подмешанного цвета, когда мы делаем градиент. Это не цвет, переходящий в другой цвет, а это чистый однородный цвет. Один Просто цвет. Тришки больше, там четришки меньше. Да, да, градиент. На да. насыщенности так само. Но давайте сначала еще и про одяг. Так уже до мейку потом перейдем. Сначала мы одягаемся. що что Чистые кольори. Чистые имеются на увазі, это взуття теж моя, бути подходить до цвету, то есть я вся в синем пришла. А, монохром это одно из ведущих движений. Серьезно? То да. есть у меня синяя сумка, сині. Э, это, это может быть, опять же таки, да, градиент. Это может быть светло-голубой, ага. синий, но все в одном. Если это холодный, то холодный, в холодном, растяжка в холодном. Нареште, мой любимый цвет. Цвет <laughs> нашей студии також, так? И а, также, если мы уже говорим о синем, будет очень в моде а, такой м, принт, как кляксы, небрежные кляксы. И даже в вечерних платьях предлагается такой принт. Mm -hmm. Кляксы? Кляксы? Кляксы именно кляксы и даже весь мейк я буду параллельно да так. потому Образ что это неотъемлемая не часть одно от другого угу. и даже мейк будет небрежный стрелки небрежные растушевки небрежные вот такие вот м, приятные кляксы а вот знаете в все полюбляют нас это какие-то такие душие яркие цветы такие салатовые, там че помаранчевый, какие-то, ну, занадто такие, знаете, ух, прям uh, малиновый. Это модно, или нет? Uh, Фуксия и малиновый, да. Uh, салатовый, я бы сказала, что нет. Uh, Mm -hmm. Че электрик так и знает, вот бывает, прям вырвет. Ну, ну, в этом в этом сезоне немного нет. Конечно, входит вместе с белой всегда будет в тренде летом всегда. Это, это просто даже не оговаривается, mm -hmm. да. Но в этом сезоне еще добавится э, такой перламутр. Именно перламутр. Белый перламутр. Вот это не только матовый оттенок, но еще и перламутровый. И, например, Валентина предлагает еще к такому образу вместо пояса носить белый такой канат. Пояс в виде каната. Ну, интересно. Угу. А кто, взагали, выдумывает и пропонует вот как одягаться людям? Мне кажется, это такой срез даже психологического стану в Потому что синий цвет, мы знаем, и такие цветы, они, взагали, успокоят. Чем мне так кажется? Ну, тобто вони якось впливають от синій, білий, знаєте, вони як, наче ти затишно, наче ти заспокоїва. Ви знаєте, так, да, мабуть, в цьому ну, є правда більша зірнообраз. Да? Просто в нашу жизнь так четко і так фундаментально э, такі направления, як здоровий образ життя, да? натуральність. Да, э, например, когда-то наши предки не знали даже, что такое гигиена Она плавно входила в жизнь На сегодняшний день для нас это просто Ну, как, как без гигиены? Настолько естественно, настолько для мы это принимаем Это образ нашей жизни mm -hmm. да? И также постепенно вошло движение э, э, о натуральности Отказ от э, натуральных мехов Uh, и uh, ткани более натуральные, например, uh, все, наша жизнь не будет прежней. Она будет больше комфортной. Да? Она будет больше комфортной. Ольга, да. что касается мейку и, в там зачистки или оттенков, а, как варто все-таки фарбуваться, да? Малю, малювати свои очаги. Uh, я бы классифицировала это, ну, поделила бы на две, два основных направления, да? Первое направление — это опять же-таки, в нашу жизнь неотъемлемо вошли маски. И это будет очень... Это надолго, я не знаю, насколько, может быть, навсегда, может быть, это какой-то короткий период времени. Но это уже настолько натурально для нас и обычно да, mm -hmm. носить маску. Поэтому э, для тех, кто выходит на работу, в общественные места и так далее, акцент будет на глазах. И тут, конечно, я сразу почему вот эти яркие оттенки а, теней входят в моду? Потому что нам нужно будет подчеркивать глаза, маска будет, да, прикрывать нижнюю часть так, лица, так. и опять же небрежные стрелки, небрежный смоке-айс. Это такое будет первое направление. Которое... Ну, вот, А Ну, естественно, для... выродилось. <свят> вот для вас небрежный смоки-айс, это, наверное, что-то там все равно э, охайное, так? А для меня небрежный смоки-айс, это швидко что-то намалювало и побегло. Или это так оно и есть? Так, так и есть. Серьезно? Так и есть, да. А, так и есть. А, чем а проще... <свят> а <верх свят> а это, уже, это уже асимметрия, это уже немножко другое. Это <свят> не про то, так? Да. <свят> Uh -huh. Это не, не говорится про то, что все должно осыпаться и быть очень неопрятный вид, как будто бы макияж был сделан три дня назад, а сегодня вот есть то, что есть. Нет, просто чуть-чуть э, ну, более, как будто бы не профессионал делал, а обычно вот в жизни, да, легкая растушевка такая. Не слишком уделять ей внимание. Вот так я бы сказала. Чуть легче, чуть, -чуть проще. Uh -huh. Так, тихо, вот так, одне. Направление, А яскравая тушь, если мы говорим уже про очи, а яскравая тушь, какая там синяя тушь, или Да, цветная тушь летом да. будет тоже в моде, это направление, которое, ну, просто оно естественное направление, приходит сезон, и как есть цвета сезонные, так есть, так будет и цветная тушь, и цветная стрелки, да, это будет в моде. Ярко накрашенные глаза, несколько, э, с эффектом накладных ресниц, да, это да, все, все, что касается, как подчеркнуть ваши глаза, сделать ярче, да, Mm -hmm. Да. А второе направление – это, конечно, в нашу жизнь, конечно, вошли прямые эфиры, вебинары, мы стали работать э, да, в онлайн режиме по интернету. И тут, конечно, я советую использовать яркие губы. Mm -hmm. Это будет незаменимо, потому что ваш собеседник, в его взгляд будет просто прикован к вашим губам. И если вы что-то говорите, то очень важно. Э, концентрировать и у вас да того, да что вы да, говорите. да совершенно так? верно во-первых яркие губы всегда освежают весна лето это прямо я не знаю клондайк расцветок всяких какие вы какие вы пожелаете и фуксия и оранжевый и красный пожалуйста любые яркие оттенки которые подходят лично вам или которые создают сегодня вот в данный момент ваше шикарное настроение, или дают вам уверенности, или там вы чувствуете себя более сексуально. я не знаю какая какая цель, ну так подбираются оттенки. Это яркие губы. Есть точно э, точно что нет, точно что нет это э, акцент э, и на губы и на глаза точно нет. Угу. Так или Занат так. Уже, так да. да. Или так. Еще одно очень важное направление это с, э, брови. Да, мы уже прошли много этапов, мы все время говорили, то они были широкие, то они были яркие, да, и так далее, то более почерк. То, да. а, то на сегодняшний день максимально естественные, максимально естественные брови. А, это вот тренд. Вы знаете, я даже думаю не сезон. Я думаю, что это очень надолго задержится в нашей жизни. Нарешьте. Да. И еще одно, третье очень важное направление это максимально естественный. Почему оно такое популярное? Потому что на карантине э, мы расслабились чуть-чуть, мы позволили своему лицу отдохнуть, и многие женщины увидели, что они прекрасны, просто потому что они прекрасны. Они увидели свои э, какие-то особенности, как, какие-то индивидуальности, свои там нюансы, и они понравились друг другу, ну себе в зеркале, да? понравились. И, конечно же, это не могло не сказаться в таком направлении, как нюд, минимум мейка, минимум мейка, максимум естественности. Это прямо шагаем <laughs>, вперед в этом направлении. Так, але, мы ж все ж таки разумим. Извините, что? пожалуйста, я часто как бы для... слышу от своих клиентов, которые говорят мне, а, я уже не хочу краситься. Ну, так, мені так уже комфортно, це так здорово, я вже не хочу краситися. Ну, починаєш вже фарбувати собі обличчя, намальовувати да. щось, і звісно, що відчуваєш себе по-іншому, ти не можеш вже зрозуміти, ти звик до себе такого, да. без да. фарби, так, без, без мейку, і тут, звісно, вже таки дивишся, думаєш, хто це хтось інший. Тому що як не крути, але мейкап нас змінює, якщо він Конечно. такий ще й сильно яскравий. Конечно. Например, в период в истории Марии Антуанетты женщины настолько белили свои лица, ну, мало того, что не хватало обычной пудры в производстве, ой, не пудры, а муки для изготовления пудры, угу. так еще мужья не все узнавали своих жен. Ну, мы, слава богу, уже очень далеко от этого, но вот такой тоже был исторический факт. Ми ж розуміємо, що не всім підійде той чи інший колір. Напевно, є якась, теж, якесь розділення так, між тим, там, білявки, чи брюнетки, чи руденькі, що можуть носити і що буде личити? Знаєте як? Є найбільший совет. Пробуйте. конечно всегда будут существовать тенденции, например, вряд ли ну, фуксии всегда больше подходят более брюнеткам, да, или более загорелой кожей, да, более загаром кожи, я бы сказала так, да. Если мы будем говорить о каких-то морковных или алых оттенках, это ближе к брюнеткам. То есть есть разница, конечно, холодные, теплые оттенки, насыщенные оттенки. Ну, пробуйте, почему нет? Всегда можно дополнить это каким-то аксессуаром или в одежде. Если сильно хочется, знаете, как есть такое правило? Если нельзя, но сильно хочется, то можно. Это касается одежды и мейка. Просто главное скомбинировать правильно и мейк, и и одежда и ваш лук можно всегда чуть-чуть сделать темнее кожи но это конечно уже такая игра если хочется в так эту игру играть пожалуйста почему бы и нет uh -huh. еще одно очень важное направление мы знаем о том что очень долгое время на пьедестале держался макияж с большим количеством шиммера с блеском. Так, так да? Да. Сегодня мы опять а, направляемся в сторону матового макияжа, но не чисто матового. Вот, вот именно баланс матового и э, шиммерных, э, ш, э, шиммерных оттенков. Именно вот плавный баланс. Uh -huh. И для меня это просто, ну, бальзам э -э, на душу, потому что э -э, я считаю, ну, это такие классические основы макияжа, когда мы совмещаем разные текстуры, разные оттенки и играемся ими, да? Вот я считаю, что совмещение матовости и, и шиммера дают максимально э -э, крутой результат. А що стосується от носили, знаєте, квітчасті платя? от принтовані такі окрім клякс, так ми да. говоримо саме про якісь квіточки, там чи ще щось, чи Так, так, да, да, да. слава Богу, романтичні цвіточки остаються в моді. Угу. А платя і кеди чи кросівки? Пожалуйста, это все, все относится к удобству, потому да. что мы все идем к удобству. Но есть один очень замечательная тенденция, что меня как гримера радует. Я уже вижу художников по костюмам, которые шьют бесподобные платья. Дело в том, что настала их эра. Аллилуйя! В моду войдут платья с историческими моментами, креолины широкие рукава, множество складочек, рюшек, асимметричные, симметричные корсеты поверх наряда, поверх, сверху одеты, надеты, надетые корсеты прямо на на майку или там майка джинсы угу. сверху корсет. То есть все элементы исторического костюма прочно входят в этом сезоне. Это хит-хитов. А джинси. Це ним. Да? Да. Да. І еще рекомендують деним схожих оттенков. Ну, конечно, это будет. Ну, джинсы. Джинсы, Знаєте, как это а, в априорі модно. Так, це на, на всі сезони, на да, всі роки да, мені здається, да, універсальний да, взагалі да, одяг, да, який да. вигадали. А що стосується прикрас. Вот ей мода на прикрасы. Здесь будут в моде всякие крупные аксессуары, как и крупные сумки и крупные аксессуары, потому что это лето и весна и лето это всегда что-то очень яркое, крупное, большое, бросающееся в глаза. И также параллельно будет идти большая тенденция минимализма. То есть абсолютно какая-то тоненькая э, цепочечка с малюсеньким каким-нибудь э, там, э, там каким-то камешком, да, 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 да. Yeah. То есть вообще практически или без украшения, или выбираете очень крупные. Uh -huh. Ну, знаете, иногда говорят, что треба с собой сфотографувати, бы посмотреть, что подходит, или нет. Это правда? Совершенно верно. Например, как создаются луки? Если у нас, как правило, в жизни очень мало времени, чтобы встать утром и думать, что я сейчас надену, по какому случаю и так далее, собираются луки, фотографируются, и у вас есть какой-то набор, где вы можете их просмотреть допустим, выбрать: да, я хочу сегодня вот так или так сочетать и так далее. Но я, вот даже когда говорят, как выбрать мейк, ну, где степень, сколько надо, много, мало. Uh, как определить? Ну, я всегда советую всем. Лучше ваш помощник, зеркало и вы. Если вы нравитесь себе в зеркале, то это именно то, что вам нужно. Вот люблю, когда вы говорите про то, <говорит> что мода, так, она может быть модой, залишатися и так диктувати свои правила, но есть стиль, и завжди да. Маєш дотримуватися, а стиль – это именно то, в чем ты себя чувствуешь комфортно. Да. Да, совершенно вірно. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас, Галина Темцунік, у нас в гостях, так, стилістка, візажист, можна продовжувати довго ще. Так, дякую вам за ваш досвід. Знаю, що ви тепер вирішили розказувати про свої знання, ділитися ними, тому що маєте такий багатий досить досвід з багатьма нагородами. Навчалися у Лондоні, якщо я не помиляюсь, так? Ну, да, Проходили я. багато так, різних курсів за кордоном. і звісно, что вы кап что женка моя буты натуральную так я подчеркиваю <серкнувшись> что женщина должна выглядеть так как ей подсказывает ее сердце угу. мы все разные у нас у всех разный темперамент и кому-то надо много <серкнувшись> какие-то крупные аксессуары угу. а кому-то надо очень скромно и в этом В этом є прекрасне направлення. Треба слухати, своє серце і бути, який ти є. Вот це найголовніше найти свой естественный стиль, путь і не бути кимось другим. Дякую вам дуже за те, що завітали до нас. Звісно, відволікли трішечки, я сподіваюся, глядачів від усього того, що відбувається у світі, так і нагадали про те, що ми у себе є, і ми маємо бути здоровими, красивими. От да, mm -hmm. це був день ефір на цьому телеканалі. Провели його з вами Тетяна Милимко. Усього не